посмотрел я, что это за очаг возгорания. Площадь примерно квадратный километр, или как там правильно говорят, горит. Вроде бы не сильно горит в низовье, там ветер пока не раздувает, и там есть что-то типа болотца, но скорее всего из-за этого он так сейчас плохо горит, столько дыма. Вот сверху не все так страшно, но сейчас вот пишу пост, смс-ку отправляю, что есть пожар, чтобы скорее среагировали. Вот. Блин, а я хотел сегодня на доске покататься. Эх, похоже, уже не успею. Надо скорее все загрузить, фотки все это выложить. Вот. Ветер постоянно меняет направление. Сейчас вот он дул в этом направлении, а уже дыма здесь нет. Дует в другом направлении. Хорошо, когда есть квадрокоптер сверху, можно посмотреть, в какую сторону направляется огонь. А он направляется как раз в сторону поселка нашего. В сторону вот этого вот этих труб, которые там видно. А за этой горой сам город. И примерно от этого огня, наверное, километров 5, может быть 10, ну, не больше 10, думаю. До города-то он точно не дойдет, потому что у нас здесь сопки вот такие. Один песок, камни. Но есть места, такие небольшие участки, где есть еще растительность остается, и там торф. И эти места тоже, кстати, горят каждый год. Каждый год. Но они горят так, раз без особых последствий. Гореть нечем уже. Интернет не ловит. Подождем.